Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Вадим Буренин, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Храм находится на Каменном острове. Здравствуйте, дорогой отец Вадим. Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры. Да благословит Господь эту передачу. Дорогие наши телезрители, друзья, тема сегодняшней передачи «Как Бог дает веру». Если у вас есть вопросы на эту тему, то, пожалуйста, звоните к нам в студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-6244. А по особенности мы, конечно, будем рады тем, кто звонит в эфир впервые. Дорогой отец Вадим, вроде бы довольно простой вопрос, хотя всем нам хочется ответить на него таким образом, что Бог дает веру, и, в общем, мне все равно, как Он это делает. Но вместе с этим мы настолько, как кажется иногда, настолько огрубели и настолько в нас истощилась любовь, что мы даже иногда и не слышим такого крика, призыва Господа к себе, не слышим призыва этой любви, что нам кажется, что это не мы глухи, а Господь не хочет нас слышать и не любит нас, и посылает нам всякие испытания для того, чтобы просто обратить нас в веру. А мы говорим, что мы-то верим, но просто ты нас не слышишь, Господь. Так вот, когда мы говорим о том, как Бог дает веру, то здесь мы часто подразумеваем и то, что в наказание Он нам посылает испытания и поэтому как бы призывает нас к вере. Для кого-то это постоянная любовь, которая вот ощущается и таким образом. Но для всех, для нас все равно звучит вопрос, как Бог дает веру. И здесь мы должны всегда помнить о том, что мы должны обращаться сами к Богу. Вот если мы к Богу обращаемся и просим Господа, чтобы Господь нам помог, чтобы Господь нас вразумил, чтобы Господь нас просветил, конечно же, Господь нас не оставит, конечно же, Господь нам поможет. Но для этого мы должны проявить инициативу. Мы сами должны сделать шаг навстречу Господу. Господь каждый раз ждет нас со своими распростертыми объятиями. И если мы идем к Нему, причем идем совершенно бескорыстно, имея в себе только одно желание – желание иметь жизнь с Богом, желание разобраться, как нам правильно здесь на земле жить с Богом, как нам подготовиться к вечной жизни, тогда и Господь, видя это наше желание, видя наше внутреннее состояние, ведь Господь сердцеведец каждого человека, то Он, конечно, отвечает человеку таким образом, что человек действительно идет по тому пути, который приведет его в итоге в Царство Небесное. Но если у человека нет внутри искорки любви, то любовь божественная никаким образом не может человеку помочь. Потому что сам человек пребывает настолько в тяжелом состоянии, что он не хочет никакой жизни с Богом. И нередко мы слышим в нашей повседневной жизни, и много исторических случаев знаем, когда люди прямо говорили, что они богопротивники, что они не желают никакой жизни с Богом, и они ничего не хотят общего иметь с этим Богом. И Господь, несмотря на то, что Он желает спасения каждого человека, мы об этом знаем, о том, что Господь Творец, Он благ и человеколюбец, Он не может ничего сделать с таким человеком, который пребывает в состоянии озлобления. Если у него такое вот внутреннее состояние гордыни, не допускает его до Творца и Создателя. И, собственно говоря, когда Господь пришел на землю, ведь мы помним слова Священного Писания о том, что не надо метать бисер перед свиньями. Вот некоторые говорят, а почему вот Господь там тому-то это не сделал, тому-то не помог, с тем-то человеком не проявил так себя, как некоторые думают. А вот Господь уже при своей жизни разъяснял людям,
как здесь на земле они должны себя вести для того, чтобы быть чадами Божьими. И вот если они поступают соответствующим образом, да, Господь таким людям помогает. А если они ведут себя так, что остается только сказать, что нельзя метать бисер перед свиньями, ну, тогда вот эти слова являются очень важными в понимании того, насколько Господь любвеобилен и насколько Он не нарушает свободы человеческой. Вот у нас в современное время сейчас говорят об искусственном интеллекте, о цифровизации говорят. Вот, то есть о тех вещах, которые имеют те или иные компьютерные программы. Но за каждой компьютерной программой все равно стоит человек. И этот человек, он имеет какие-то свои взгляды, какие-то свои убеждения, вот, свои какие-то пристрастия определенные. И исходя из этого, он уже будет направлять тот или иной какой-то, даже искусственный интеллект, вот, те или иные цифровые ориентиры. То есть мы каждый раз упираемся вот в свободу выбора человека. Насколько человек может выбрать жизнь с Богом, предать себя в руки Божии и тогда уже быть проводником здесь на земле воли Божией. И насколько человек может быть наоборот противником Божиим, врагом действительно Бога и врагом людей, вот, как творений Божиих. Потому что здесь тогда возникает вопрос о том, что если, ну, мы все-таки часто встречаемся с людьми, которые... Да вот сегодня буквально я был в одной военной организации и просил показать мне храм, который находится на территории части. И только примерно десятый человек сказал мне, вот это здесь находится. Потому что все остальные говорили, понятия не имею. Че? Вот так вот со мной говорили. И тогда возникает вопрос, очень интересный вопрос. Вот неужели эти люди созданы Спасителем нашим для, вот, ну, что называется, для погибели? Потому что, ну, есть же, знаете, у нас такая, ну, как вы знаете прекрасно, такая уличная миссия, когда мы идем на улице и пытаемся разговаривать с людьми. Но, и причем... Это такая теперь уже распространенная форма общения с неверующими людьми. Кто-то откликается, но ведь большинство-то нет. Так вот что, они созданы в погибель? Мы знаем о том, что одни люди родились от Бога, и это действительно Божьи люди. И есть другие люди, которые появились в результате тех или иных грехопадений. Вот. И из рода в род эти грехопадения увеличивались и увеличиваются. И люди были богопротивниками, и дальше и своих детей воспитывают именно как богопротивников. Но бывают и случаи, когда Господь, проявляя свое милосердие и сострадание, свое человеколюбие, прикладывая вот различные возможности в земной жизни, дает человеку шанс. Шанс преобразиться. И вот кто-то, может быть, этим шансом и воспользуется, если будет поставлен в какие-то определенные условия. Вот. А кто-то не воспользуется. То есть здесь вот свобода выбора, она имеет место быть. И один человек пребывает вот в благодати Божией, и всю жизнь живет как праведник. Кто-то приходит раньше, кто-то позже приходит к Богу, а кто-то и никогда не приходит. А кто-то, придя к Богу, тем не менее, может дальше закончить, как закончил Иуда Искариотский. То есть здесь вариантов весьма и весьма много, и они напрямую зависят от того, вот, как человек в тот или иной миг своей жизни будет выбирать жизнь с Богом или, наоборот, отсутствие этой жизни с Богом. Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии. У меня такой вопрос. Как избавиться от маловерия, как стать духовно богатым? Спасибо, Господи. Спасибо большое.
Опять-таки, очень важно, чтобы вы молились, чтобы вы просили Бога, чтобы Господь вам помог. И у нас в истории христианства было и есть очень много случаев. Вот, например, Пахомий Великий, подвижник благочестия в древности, когда разные люди его убеждали в том, что он неправильно исповедует и верует, вот, он взмолился Господу и стал Господа просить, чтобы Господь ему помог, чтобы Господь его вразумил и просветил и указал ему, где же истина. И так он горячо молился и просил Бога, что Господь, это было еще в начале его подвижнической деятельности, что Господь ему дал свидетельство, прозвучал голос, который сказал, что истина в православной церкви, истина может для тебя открыться более полно, если будет общение с святителем Александрийским, Александром. И это стало для него такой, вот, таким откровением, которое помогло ему дальше жить во славу Божию. Много и других различных примеров мы можем привести из житий святых, когда в тех или иных состояниях сомнения пытались будущие святые угодники Божии молиться Господу и просить Его, чтобы вот Господь проявил к ним любовь, чтобы Господь им помог разобраться, и Господь им помогал. Поэтому вот как вам справиться с маловерием? Ну, ходить, конечно, надо в храм Божий, исповедоваться, причащаться и читать Священное Писание и просить у Господа, чтобы Господь вам помог. Потому что если вы будете общаться с Господом, то Господь обязательно сделает все возможное для того, чтобы у вас окрепла вера, чтобы вера стала для вас знанием того, что наша истинная православная вера помогает человеку здесь подготовиться к жизни вечной. И вот ощущая действительно божественную помощь, вы каждый раз, чувствуя присутствие Божие, будете укрепляться в своей вере и идти по тому пути, который вам Господь указал, и так и дойдете до вечной жизни, надеюсь, и до Царства Небесного. Общение с Богом предполагает, что мы регулярно молимся, читаем утренние молитвы, читаем молитвы на сон грядущем. И вот вспоминая и даже и непрославленных наших соотечественников великих, например, Александра Суворова, мы помним о том, что он с детства был благочестивым христианином, постоянно молился, посещал богослужения и так благочестивую свою жизнь провел до конца дней своих. И таких примеров у нас в России очень и очень много. И каждый этот пример помогает нам в нашей повседневной жизни следовать за Христом. Поэтому я надеюсь, что вы будете посещать регулярно и храм, молиться постоянно, читать Священное Писание, жития святых, и так дойдете до меры духовного совершенства. Я вот каждый раз думаю о том, что помните, у Булата Шаловича Акуджавы была такая песня: «Не оставляйте стараний, маэстро, не упирайте ладонью со лба». То есть мне вот так всегда кажется, что вот если смотришь на наших пастырей и понимаешь, что вот это вот постоянство в этом доброделании, оно, наверное, помогает быть все время вот что называется, в духе, потому что иначе как-то все пропадает. И вот в нашей мирской жизни вот я сталкиваюсь именно с тем, что стоит только отвлечься на всякие бытовые дела,
то вдруг как-то вот становится как-то очень скучно и неинтересно. И вот вопрос мой следующий. Как в нашем обыкновенном таком быту, когда мы все-таки зачастую не можем быть в храме чаще раз в неделю, как нам сохранить в этом бытовом своем состоянии Бога, духовное созерцание Бога? Ну, во-первых, когда мы живем в таком крупном городе, как Санкт-Петербург или в других крупных городах, у нас есть возможность посещать храм каждый день. Или до работы, или после работы мы обязательно можем посетить храм, если мы этого хотим. И тем более в те дни, когда вся церковь единым сердцем, единым устами молится. Это двунадесятые праздники, еще какие-то праздники. Слава Богу, есть раннее богослужение, и есть возможность прийти в храм и помолиться. И я знаю очень многих людей, которые так поступали и поступают. Вот. И более того, вот у меня, например, тетушка и в советские годы всегда ходила, работая здесь вот недалеко от Александра Невской лавры, постоянно посещала Троицкий собор. И постоянно молилась. И так вот молится и по сей день. То есть вот у меня есть пример, как человек, даже работающий на светской работе, а работала она в военной организации, то есть это серьезная постоянная дисциплина, это на работу опоздать нельзя, это с работы раньше уйти нельзя. И так вот она проработала там почти 30 лет. Такой ветеран труда на одном месте. Вот она при этом постоянно посещала храм, постоянно молилась. А в дни Великого Поста, на первой неделе и на Страстной неделе, брала отпуск для того, чтобы обязательно посещать богослужение. То есть даже в советский период времени возможно было иметь жизнь с Богом. И тот, кто эту жизнь выбирал, такой жизнью жил. И у нас немало было таких вот верующих православных христиан, которые вели совершенно благочестивый образ жизни. И здесь тоже, опять-таки, очень важен настрой человека, насколько человек ощущает потребность жизни с Богом, потребность молитвы, потребность посетить храм Божий, посетить богослужение, помолиться в храме. Или даже просто вот заехать в храм и помолиться перед той или иной иконой, помолиться перед теми или иными святыми мощами угодников Божьих и попросить у них помощи. Вот. Даже если это не во время, когда есть богослужение, всегда можно просто прийти, да, поставить свечу, прочитать тропарь, прочитать молитву. Это тоже на сегодняшний день все возможно в таких местах. Но в каких-то местах мы знаем о том, что по сей день еще храмов не хватает, и у людей нет такой возможности постоянно посещать храмы. Но, тем не менее, открыть-то в храме, в дома священное писание человек может. Вот. Дома поставить свечу или затеплить лампадку перед иконой тоже человек в состоянии прочитать и тропарь, и молитву, и попросить у Бога помощи. Тоже это все возможно. Может быть, даже вместе с семьей вот, почитать Священное Писание, почитать жития святых. На сегодняшний день много прекрасных, хороших и документальных, художественных фильмов, посвященных духовной жизни. И их тоже можно посмотреть, и в семье можно вместе посмотреть всем. То есть нам на сегодняшний день все, что только возможно из того арсенала, который есть у современных людей, все вот может служить для спасения нашего. И очень важно, чтобы мы этим воспользовались настолько, насколько это возможно. Но при этом все-таки, вот я многодетный отец, да, мы регулярно занимались и уроками с детьми, и нужно было посещать те или иные какие-то курсы там. Ну, заниматься образованием. Да, так, да, заниматься образованием и одним, и другим. И тоже на это на все нужно было время. И вот, несмотря на то, что времени не хватало, тем не менее, вот старались как-то распланировать свой день так, чтобы у нас времени хватило на все. И благодаря этому
Ну, времени действительно хватало, и по сей день хватает, хотя если бы его было немножко больше, было бы значительно лучше. Но времени есть столько, сколько есть, и нужно укладываться в это отведенное время. Поэтому я вот рекомендую, конечно, всем православным христианам, чтобы у вас был составлен план. План на день, план на неделю, план на месяц, план на год. Вот. И тогда ваша жизнь будет более духовной, потому что у вас будет все идти по порядочку. Если будет идти все очень грамотно. И в тот же самый воскресный день у вас будет все не спонтанно как-то происходить, а вы в определенное время встанете, в определенное время помолитесь и так проведете весь день. И это будет очень правильно. То есть надо приучать себя в том числе и к дисциплине, и в тот период времени, который вроде бы является свободным периодом времени. Но вот этот свободный период времени, тоже его надо заполнить и заполнить его так, чтобы он пошел вам на пользу. И вот эти выходные дни, там каникулы какие-то, там время отпуска, их тоже можно провести во славу Божию и использовать для своей души. Отче, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый вечер, Надежда. Меня волнует такой вопрос. Можно ли вымолить веру для другого человека? Хороший вопрос, Надежда, спасибо. Спасибо, Господи, вас за ваш вопрос. Действительно, у нас есть такая возможность просить Бога о том или ином человеке или о тех или иных людях. И вот когда мы приходим в храм, как раз мы и молимся о властях, о воинстве, и молимся и о тех или иных людях, которые в этот день что-то празднуют. Может, у них там день тезаминиста, кто-то заболел, и мы читаем специально всей церкви, молимся за того или иного болящего человека. И вот каждый раз, когда мы просим Бога о помощи, мы веруем в то, что наша соборная молитва может помочь человеку, если человек сам проявит к Богу любовь. Потому что вот если человек находится в вот этом состоянии, которое не позволяет ему прийти к Богу, ну вот Господь уже ничего сделать не может. Потому что человек сделал свой выбор. И более того, человек совершает уже и дела соответствующие. Потому что когда мы верим в Бога, то мы и совершаем дела любви. У нас уже есть определенные добродетели, и мы совершенствуемся, подготавливая себя к вечной жизни. А тот человек, который вот пребывает в состоянии, может быть, какой-то гордости, озлобленности, ну и просто может пребывать в состоянии равнодушия какого-то, быть совершенно теплокладным, вот помочь ему очень и очень сложно. Потому что нужно, чтобы мы сами тоже проявили такие дела милосердия, которые помогли бы этому человеку обрести жизнь с Богом. И здесь вот нужны какие-то определенные и беседы духовного плана, и какой-то пример благочестивый, который бы помог этому человеку или, может быть, этим людям по-другому посмотреть на эту жизнь. И вот благодаря различным усилиям у нас какая-то определенная надежда есть до последнего нашего вздоха, что человек преобразится или люди преобразятся. Но вот это все до последнего вздоха, такая надежда есть. И, конечно, мы не должны не упускать никакой возможности проявить со своей стороны вот ту любовь, которую мы можем провести, в том объеме, который мы можем проявить. Потому что, конечно, вот мы только что говорили о том, что у каждого есть там практически своя семья, есть своя работа, есть определенная жизнь, и вот в эту жизнь еще вписать в кого-то – это достаточно непросто. Но, тем не менее, мы знаем о том, что Господь некоторым людям дает столько сил и энергии, что они могут вести за собой и других людей, и помогать и другим людям. Вот я вспоминаю батюшку отца Иоанна Кронштадтского, скольким людям он помогал каждый день. Ходил к людям, беседовал,
объяснял все, вразумлял людей. И Господь ему давал силы. Силы давал вот для того, чтобы он помог людям и где-то веру обрести, где-то и жизнь свою преобразить. Поэтому, если вот у вас будет такое желание помочь людям деятельным образом, конечно, можно помочь. Настолько, насколько вот вы в состоянии. Но, опять-таки, вы при этом тоже должны быть человеком, который и горячо верит в Бога, и в состоянии разъяснить тому человеку или тем людям, о которых есть определенные переживания, нашу веру, рассказать и донести так, чтобы человек после этого захотел воцерковиться, чтобы человек захотел после этого иметь жизнь со Христом, чтобы вот ваш пример, он помог людям в их жизни. Мы сейчас много ведь наблюдаем различных фильмов и известных артистов, и известных священнослужителей. И вот кто-то тоже может и им подражать в своей жизни. Вот поэтому, если вы будете вести такой праведный образ жизни, то, конечно, Господь будет помогать вам в вашем служении, если, опять-таки, на это есть воля Божия. То есть здесь вот очень важная такая грань, когда мы предаем себя полностью в руки Божии и говорим: вот, Господи, я хочу жить с Тобой. Вот помоги мне прожить эту жизнь по воле Твоей и во славу Твою. Вот уже здесь тогда Господь будет управлять так, что, может быть, через вас и тысячи людей спасутся. Главное, чтобы вы предали себя в руки Божии. И вот после того, как вы в руки Божии предали, вы сразу увидите, насколько Господь вам будет помогать в тех или иных ваших делах и начинаниях, которые вы хотите совершать ради Бога. Не ради гордыни, не ради удовлетворения своего какого-то тщеславия, а именно Христа ради. Ради той божественной любви к Богу и ближним своим, которые преображают, которые являются таким вот светом, который действительно просвещает. Никогда не думал о том, что даже самые бытовые просьбы к Господу должны в нас вызывать, в общем, в принципе, молитвенный подвиг. Правильно? Вот дома готовится какая-то пища, вот эту пищу приготовить так, чтобы эта пища давала силу, с молитвой приготовить ее. Ведь это тоже по силам. Творить про себя Иисусову молитву. Кто-то там чистит картошку, кто-то там еще что-то делает. То есть вот можно же распределить, кто чем занимается. И при всем при этом каждый может и Иисусову молитву про себя творить, и Богородица Дева читать. То есть и в этот период времени мы тоже можем быть со Христом. Очень вот совсем неожиданный вопрос, но все-таки сейчас уже начинается подготовка к Великому посту. Вот мы уже читали Евангелие Закхея, мы вот сейчас неделя мытари и фарисеи, и мы уже вот начинаем готовиться. Вот скоро мы споем на реках Вавилонских и так далее. Вот, вы знаете, удивительно совершенно, но вот у нас в этом году такой длинный мясоед, и мы как-то, знаете, вдруг возникает ощущение, что, знаете, как-то все расслабились. Но Великий пост совсем не за горами. То есть, ну, вот уже февраль заканчивается. И вот 15 марта уже начнется уже сам Великий пост. Вот скажите мне, пожалуйста, вот что сейчас нужно нам делать для того, чтобы вот воспитание веры в нас не то, что не угасло, а наоборот, вот как возгоралось и больше, и любовь в нас еще и больше возрастала. Что нам нужно вот сейчас делать?
Сейчас нам нужно почувствовать, что, приближаясь к периоду Великого Поста, мы должны потихонечку настраиваться. Настраиваться на то, что мы, нам предстоит Великий Пост, самый древний пост, пост, который должен нас подготовить к празднику праздникам, к светлому Христову воскресению. И вот здесь я вспоминаю каждый раз молитву преподобного Ефрема Сирина. Вот, он говорит о том, что вот, у нас не должно быть духа праздности. Вот первым он называет что дух праздности. Вот, каждый раз, когда мы думаем, как вот нам провести то или иное свободное время, то мы вот очень желательно, чтобы его планировали так, чтобы нам провести его с пользой для своей души. И вот, кто-то, у кого-то воскресы не там суббота, воскресенье. Вот, и эти дни вот провести тоже, посвятить их к Богу. Потому что у нас есть такая и заповедь о том, что мы должны, трудясь, после этого обязательно посвящать день Богу, молиться. Вот это является очень важным, когда мы и храм посещаем, и читаем духовную литературу. А на сегодняшний день у нас есть возможность и проявить свою любовь, когда мы помогаем тем людям, которые нуждаются в помощи. Вот кто-то после болезни сейчас, например, в ослабленном состоянии, ему трудно и по магазинам пройтись, и, может быть, кого-то там надо, пожилого человека, и на улицу вывести, вот, воздухом светлым, свежим подышать. Кому-то, наоборот, надо домой прийти, потому что вот, человек нуждается в том, чтобы с ним было духовное общение. То есть мы должны проявлять дела милосердия, сострадания. И здесь вот является очень важным, насколько мы открыты к другим людям, насколько вот мы готовы помочь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. А таких людей на сегодняшний день очень и очень много. И каждый, кто имеет те или иные какие-то дарования, способности, он тоже может помогать. И более того, такая помощь действительно нужна, и она может быть деятельной. То есть человек может быть вот таким современным волонтером, который приходит на помощь тем людям, которым эта помощь нужна. Вот. И у нас на сегодняшний день при нашей Санкт-Петербургской митрополии, нашей епархии, есть разные отделы, вот, и по социальному служению в том числе, и вот, желающие потрудиться деятельно, могут тоже прийти и тоже оказать такую помощь. И вот на нашем приходе тоже немало тех людей, которые приходят, желая как-то потрудиться во славу Божию. И мы предлагаем, да, вот, пожалуйста, деятельности очень много, и вы можете потрудиться в том или ином направлении. Вот у кого-то есть, например, машина, и он может подвезти какого-то человека, пожилого там или больного, кто-то там вот сломал ногу, и вот после этого восстанавливается, его там, может быть, надо до больницы довезти, а кого-то до храма довезти обратно. Вот помогите. И вот у нас прихожане, да, действительно помогают. Вот такое совершенно деятельное служение ближним своим. Привезли, отвезли. Жатвы то есть, много? Да, то есть на сегодняшний день вот проявить себя в тех или иных условиях очень и очень много. Поэтому если кто-то имеет вот такую направленность и приходит в церковь и говорит, вот, батюшка, желаю вот потрудиться во славу Божию, могу то-то и то-то. Конечно, ему найдется применение. Главное, чтобы вот мы сами сделали этот шаг. Вот, пришли и действительно захотели дальше трудиться во славу Божию. И очень важно, чтобы это происходило у нас на постоянной основе. Чтобы это было не просто каким-то спонтанным чувством. Вот сегодня на меня что-то перед Великим Постом нашло, и я хочу вот как-то себя таким образом проявить. А дальше какое-то время прошло, ну ладно, все. Теперь уже другая жизнь, другие чувства. Там лето наступило, вот, и все, и жизнь изменилась. Вот, главное, чтобы человек тоже являл собой постоянство. И вот сейчас, готовясь к времени Великого Поста, мы, конечно, должны настраиваться на то, чтобы вот, не было у нас такой праздности,
которое бы свидетельствовало о том, что мы живем без Бога. И дальше, вот вспоминая молитву преподобного Ефрема Сирина, мы должны вот просить Бога и об этом, и об этом, и об этом с верой в то, что Господь нам поможет. И вот эту веру подкреплять своими конкретными делами. Очень, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Здравствуйте, Глеб Борисович, Игорь из Москвы. У меня мнение такое. Вера нужна нам для всего. А вот если люди в Бога не верят, вера все равно остается или все-таки нет? Спасибо большое. Ну, если человек не верит в Бога, так вот он и не совершает дел, которые совершают те люди, которые являются верующими. Вот, потому что человек верующий, он имеет знание о том, что Господь благо человека любит, что Господь нас любит. И Господь готов каждому из нас подавать то, что нам необходимо. Вот в том объеме, в котором нам это необходимо. И ни в каком другом. Потому что некоторые начинают просить Бога. Вот там молодые люди, там хочу там вот такую-то девушку, или там хочу такого-то парня, хочу такую-то большую семью, чтобы было там много детей, например, или там у кого-то какие-то меркантильные интересы, и человек хочет эти интересы как-то решить. Вот. А кто-то действительно, вот, желая устроить и свою личную жизнь, тем не менее хочет устроить ее во славу Божию, чтобы вот провести эту жизнь на земле так, чтобы эта жизнь стала действительно духовной жизнью, чтобы она была со смыслом, чтобы она была не вот ради того, чтобы вот как-то вот прожить здесь, на земле, а именно подготовиться к вечной жизни. Более того, подготовить и будущее поколение. И это тоже важнейшая задача, потому что, готовя себя к вечной жизни, мы должны подготовить и тех, кто рядом с нами находится, подрастающее поколение. И вот это становится очень актуальным на сегодняшний день, когда мы видим, как пытаются силы зла воздействовать на нашу молодежь. То есть вот есть откровенно преступники, я вот так вот думаю, которые действуют совершенно разрушительно. Неоткрепшие молодые души, они пытаются всячески озлобить, превратить их в такие отошедшие от истинного Бога души, которые не имели бы ничего в себе общего с духовной жизнью. И это очень на сегодняшний день является важным. И об этом мы тоже не должны забывать. Поэтому перед нами на сегодняшний день стоят задачи такие весьма и весьма актуальные. И от того, вот насколько мы верующие в Господа люди, будем сами жить во славу Божию, показывать пример достойный подражания. Вот настолько и наша молодежь будет дальше ориентирована на продолжение жизни в нашей стране с верой в истинного Бога. Могу себе представить вот время, когда у нас в храмах будет молодежи не меньше, чем бабушек, потому что все-таки хочется верить в то, что будет очень много молодежи, как и в 90-е годы. Помните, как сколько людей приходило тогда молодых? Невероятное совершенно количество. Просто это было настолько как-то впечатляюще. Но сейчас... Ну, когда-то мы с вами были молодыми людьми. Я забываю все время об этом, что когда-то это было. Да, когда-то мы были молодыми людьми. Но, тем не менее, все равно это казалось, что вот сейчас все. Вот церковь вот сейчас, она просто вот уже на пороге какого-то, просто чудесного, в хорошем смысле, обновления. И я благодарен тем духовным пастырям, которые нам помогали. Да. И эта помощь их была совершенно деятельной, потому что они очень кропотливо и исповедовали, и объясняли, и разъясняли, и растолковывали
То есть вот я им благодарен за все те усилия, которые они приложили. Мы бы, конечно, не были на сегодняшний день такими, какими мы предстаем перед этим миром, если бы не труд, если бы не вклад вот этих наших учителей. Вот. Да, но тогда ведь вот в то время это казалось, приход в церковь как, каким-то протестом, даже бунтом каким-то. А сейчас, когда вот уже церковь все-таки уже такая, уже не надо отстаивать ежедневно, ходить каждый день и ремонтировать храм. То есть сейчас все так уже благостно и хорошо, и дети наши уже не воспринимают это как какое-то, как что-то новое. Вот как бы объяснить нашим молодым людям, что церковь, она всегда нова, и никогда в ней не бывает застоя? Или все-таки бывает застой? Прежде всего, должна быть площадка для общения. Вот я благодарен тем учебным заведениям, которые меня приглашали и приглашают, и предоставляют такую возможность беседовать с молодежью. В том числе, наверное, с неверующей. Да, с разной молодежью. Там бывают и верующие, и не только православные, и не просто неверующие, а бывают и исповедующие другие религии. Тем не менее, когда есть диалог, у нас есть такая возможность помочь молодым людям в обретении такого смысла жизни, который поможет им в течение всей своей жизни быть достойными гражданами нашего общества. У нас сейчас перед нами стоит большая задача – построение гражданского общества. Вот построить его возможно только на основе духовно-нравственных традиций. Поэтому православие, которое вот уже на протяжении более 1000 лет является тем стержнем, той основой, благодаря которой существует наше государство, и дальше будет способствовать тому, чтобы люди в нашей стране жили во славу Божию. Но здесь вот мы можем увидеть в дальнейшем вот этих молодых людей, которые пойдут в церковь, в том случае, если мы сами, представители старшего поколения, будем показывать достойный пример, пример достойного подражания. И если вот то, о чем мы говорим, не будет расходиться с делами. У нас немало на сегодняшний день священнослужителей, которые не только молятся в храмах, но и являются, кроме всего прочего, преподавателями и в высших учебных заведениях, кто-то и в школах преподает. И это тоже такая вот проповедь, да, которая позволяет тем людям, которые общаются с этим преподавателем, священнослужителем, увидеть в представителе церкви, увидеть в пасторе настоящего человека и увидеть, что есть возможность в нашей повседневной жизни сочетать в себе и подлинную веру в Бога, и повседневные светские проявления. Да. Да, что не обязательно уходить всем в монастырь, можно жить и в миру, и жить при этом во славу Божию. И вот здесь вот хороший пример у нас есть. И батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, и вот в Москве отец Алексей, и многие-многие другие праведники, которые вот своей праведной жизнью в большом городе показали своим современникам о том, что возможно и молиться Богу, и вести праведный образ жизни. Вот Иоанн Кронштадтский организовал и дома трудолюбия, и вот сколько он приложил различных усилий для того, чтобы люди не пребывали в состоянии праздности, чтобы у них было какое-то дело, чтобы они были этим делом заняты. И это было бы вот совершенно такое состояние, которое позволяет человеку чувствовать себя действительно человеком. Человеком с большой буквы, потому что я являюсь личностью пред Богом. Я здесь, на земле, живу во славу Божию, тружусь во славу Божию. И
пытаюсь быть здесь на земле проводником воли Божией. Но это без веры просто невозможно. Если человек искренне верит, вот он и являет соответствующие дела. Потому что они являются настоящим подлинным знанием. И я бы вот искренне желал бы всем нашим телезрителям, чтобы вы каждый на своем месте стремились к тому, чтобы все то, что вы совершаете, все, что вы делали вот так вот во славу Божию с любовью. Чтобы это было для вас не какой-то повседневной рутиной, а чтобы это было вашим естеством, чтобы это шло из глубины вашей души, чтобы в своем сердце вы чувствовали вот это вот состояние любви. Любви как к Богу, так и ближним своим. Ну и, конечно, тогда наша жизнь будет преображаться. И тогда действительно мы будем иметь подлинную жизнь со Христом. Но не надо забывать о том, что испытания были и будут у всех людей. И проверка веры будет тоже у каждого человека. Каждый человек в течение своей жизни периодически сталкивается с такой ситуацией, когда ему надо проявить свою веру. Более того, Господь периодически дает человеку возможность проявить свою веру. Господь оставляет немножечко человека для того, чтобы человек почувствовал, что вот без Бога-то у него жизни-то никакой дальше и не будет содержательной. Что без Бога это будет совершенно все другое. И вот здесь человек и должен сказать: да, я верую. И где-то вот, как вот сегодня спрашивала у нас одна телезрительница, что мне делать с маловерием. Ну вот вспоминайте апостола Фому, как он сказал: веру, Господи, помоги моему неверию. Вот когда человек так откровенно Богу говорит: вот, Господи, ты же видишь, какое у меня сейчас состояние. Помоги мне в моем состоянии, не оставь меня, я уповаю на тебя. Я хочу иметь жизнь с тобой и здесь, на земле, и в вечной жизни. Господь такому человеку, безусловно, помогает. И вот как вот Пахомию великому, как тому же апостолу Фоме может предложить вот действительно вот каким-то зримым образом, естественным образом почувствовать, что не просто слова, это реальность жизни. Реальность, которая выражается в том, что человек, живя по этой вере, совершает соответствующие дела. И Господь предложил ведь Фоме: вот ты вложи свои перста. Да, вот вложи их, посмотри, что это действительно я, посмотри, это действительно реальные события, которые происходили. А вот Пахомию великому, пожалуйста, был голос даже с неба. Мы вспоминаем, что и апостол Павел тоже услышал голос. И сколько вот было таких угодников, праведников Божиих, которым Господь действительно дал прочувствовать, укрепил их веру, что это именно так и никак иначе. И они были готовы, самое главное, принять в себя Господа. Потому что если человек не готов принять в себя Бога, ну что ж тут может сделать Господь? Вот именно нам Господь даровал возможность иметь веру и жизнь с Ним. Потому что мы созданы по образу Божию и должны достичь подобия Божьего. Вот ведь Господь не дал такой веры, какую Он дает нам, тем же самым обезьянам. Ну, нет у них такой веры. Пожалуйста, вот сейчас живут там какие-нибудь гориллы, там стада целые. Ну, вот у них не появляется никакого там желания жить по-человечески. Нет. А вот нам Господь дал. Поэтому вот для нас очень важно сохранить в себе веру в Бога и не превратиться в состояние животного, когда человек вот проводит свою жизнь в каким-то растительном существовании. Спасибо, дорогой отец Вадим, за то, что вы нашли время и приехали к нам сегодня на передачу. Мы всегда счастливы видеть вас. Благословите наших телезрителей. Боже, на вас благословение. Храни вас всех Господь. Протоиерей Вадим Буренин был сегодня в нашем эфире. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Храм находится на Каменном острове. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за ваше милосердие, за вашу любовь и за ваши молитвы. И оставайтесь на Первом православном канале.